Так, пошла проверка, блядь. Алло, алло. Алло, алло. Нормально. Короче, ребят, всем привет. Стрим из My House. Сейчас мы будем снимать видеоролик с Гинсухой и Вадимом. Сейчас я хочу вам показать процесс настройки, как все. А уже все будет. Настроено? Ты не мог так быстро все настроить. Надо фото для камеры или что? Ты чё, ебанулся? А, так ты... Это освещение? Так это освещение ты будешь использовать? Короче, мы будем сейчас снимать здесь. Будет всё... Всё, мы можем, всё. Подожди, а что, будет всё такое белое? Не слишком ли оно всё белое? У меня, блядь, аж синее всё. Будет синее. Так, одна камера. Так, а где камеры? Вадим несёт. А где камеры? Ку-ку-ку. Так, я думаю, вот эти стулья убрать лучше. Дать дефолтные стулья, кухонные, деревянные. Они слишком большие. Они вообще не подходят под этот. Ну, под резюку все это. Ку, стрим не надолго, стрим на час максимум. Даже хоть час на полчасика, я просто хочу вам показать, как это все будет. Ку, 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 ку. Это все не надолго. Так, один есть. Категорию поменяй. А какая категория? Мне модераторы поменяют. Модераторы, поменяйте категорию. Второй стулец. Вадим ничего не дарил мне пока. Что? Но он сказал, скоро будет подарок. Подарок, 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 подарок. Я пришел к тебе, чтобы радовать татары. Короче... Это стрим буквально на полчаса. Я хочу вам показать, как все будет сниматься, чтобы вы хотя бы имели понимание, что и как происходит. Типа, и когда выйдет этот ролик. Когда он выйдет, никто не знает, потому что мы еще не знаем, как он будет сниматься. Ну, типа, пройдет ли он успешно. Потому что у всех гостей есть свои всякие приколы. Типа, ракурсы, там хуякурсы. Ну, вы поняли, в принципе. Вадим будет сегодня стримить. Мы думаем, сейчас за 2 часа справимся, и он будет стримить. Ротик из ЗБС хоть, но я надеюсь, да. Короче. Вот так все будет. Будет 3 камеры. Так. Будет 3 камеры у нас. Одна, это которая у меня на стримах. Это которая у Артура, и она основная вообще в целом. И... Ну... И все, да. Наверное, что последний мой настрой, надо мы с ним приходить. Твич, Монроки, блядь. Хорошая понятно, реклама, да? Брат. Это... Ух, ебать. Это, короче, у Артура тут о технике всякой под стримы. Ебанешься. У нас же Акум есть для его камеры, верно? Какой? Какой из? Короче, тут вся техника... Кто выкупает, тот выкупает, блядь. Там что? Там какие-то провода, блядь, тут коробки. Тут еще это, коробки. Блядь, обзор на мою комнату, я, блядь, тут еще понял. Коробки. Я показываю, блядь, что используется, как бы. Коробки используются. Это шарики, кстати. Шарики с воздухом. Они надувные, ну, просто в них набираешь воздух и можешь играть ими. Вы знаете, типа, надувные шарики. Ебать меня! Это ты свет меняешь? У меня просто само освещение меняется в телефоне, окрас. Надувные шарики. Обзор на надувные шарики. Сейчас Вадим придет. Мы еще посмотрим, когда он придет. Это моя комната. Ну, вы, конечно, ее не видели с виду. Оп. Нихуя. Тут, короче, у нас клининг сегодня. Все убрали чисто. Можно даже с пола кушать, если честно. Вот эта надпись злой. Мой пенис. Мой пенис. А что, не нужно? Нет. Почему? Ты на картонах сидеть будешь? В смысле, на картонах? Не-не-не. Ты в прошлый раз сидел на... Нет, это будет не очень. Ты что? Это будет очень. Нет, это у хуйня нас будет. У нас не хватит расстояния. Бля, это будет очень хуёво. Если поставить здесь стул, стол двигается сюда, короче, и пиздец. Бля, это будет очень хуёво. Я как долбоёб буду сидеть. Я думаю, ну вообще, ну... Я хотел бы, типа, сидеть в кадре нормально, как мы все наравне сидим. Не, дядь, это полная я хуйня. Я тебе подстилку дать, высота будет такая же самая. Нет, ты видишь, ты они такой же высоты.
Блядь, блядь, это будет фул хуёво. Это будет нормально, в прошлый раз. В прошлый раз было, потому что мы записывали ролик, блядь, которым я не принимал участие, по факту. А тут я буду принимать участие еще и какое. Я буду задавать вопросы и провокационные также. Там нет провокационных. Есть. Я буду вопросы изымать из того, с их ответов, понимаешь? С их ответов я буду изымать вопросы. Так что нам нужно два стула как-то. А почему не можем стол развернуть вот так? Да, четырех людей посадим, давай еще, конечно. Почему мы не можем его развернуть вот так, слышишь? Мы будем же слишком близко потому сидеть. Потому что две камеры не хватит поставить. Мы не сможем его туда развернуть, и чтобы мы сидели вот тогда по этим краям. Друг будет сидеть. Тогда кадр надо шире делать. Типа хуйня получается. Они должны близко быть. Понимаешь, что кадр как бы ограничен. Блядь, ну как так, блядь, получилось? Так, блядь. Потому что ты не понимаешь, а если мне стул сюда поставить? А если мне стул сюда поставить? Могу только перевернуть. Не, мне надо сюда стул так поставить. Какая разница, сядь так, тебе так же самое будет видно. Ну, по-ебански будет видно, пиздец, если честно. Ну, типа, блядь, ко мне приходят... Ты прикинь, чтоб Дудь сидел, блядь, был в мешке, нахуй. Ну, ты, блядь, сравнил себя, блядь, и Дудь, блядь, нахуй. Ты, он приводит гостей, они сидят нормально на стуле, как равные люди. Ну, что, там один гость. Ну, тем более. И там локации куда-то подбираются. Чел, я, блядь, потому сижу... Потому что приходят гостям, а у гостей сижу, квартира нормальная. Я сижу, блядь. А не коморка. Я вот нормально. Так буду сидеть. Нет, выпрями спину и нормально сидеть. Вот так сидеть, да, блядь. Ну это же вообще полный тильт, нахуй. Надо что-то нормальное. Или на барную а стойку. Что ты сядешь на стул? Не, на барной стойке. На барной стойке втроем слева помещаться. Нет смысла. Я не знаю, нахуя это вообще было, не было, решил на барной стойке делать. Потому что атмосферно. Они на барной, я, блядь, просто задаю вопрос, это классно. Это как кто лучше меня знает, как снималось. Мне понравилось там сниматься. Там классно. Блядь, ну я как или как Йосип какой-то буду. Ну, блядь, ну главное. Главное, чтобы ни ебальники на меня не поворачивали постоянно. Это как очная ставка будет. Это, мы знаешь, как сделать? Это будет как очная ставка. Окей. Они садятся по бокам и отвечают друг другу на эти вопросы, а не мне. Ну, то бишь, они друг друга отвечают. Они будут друг друга отвечать, а я вот так буду. В том-то и фишка, они сидят друг напротив друга, они не смогут не смотреть друг на друга. Главное, чтобы они на меня не смотрели. Чтобы... Они не будут, там страшно. Чтобы лицо, типа, в бок не уходило. Сидите за барной. У нас там мадемуазель пылесосит, блядь. Где я, блядь, буду сидеть за барной? Нет, это не вопрос-ответ. Это ж было не было. Там вопросы ёбнутые немножко. Так. На себя переключу пока. Так, я сейчас ему напишу адрес, блядь. Чтобы он знал, куда прийти, блядь. Он же ж такой. Он же еще не знает, куда прийти, блядь. Он же не знает, блядь. Он же забывает об этом. И Вадим, приходи. А Вадим где? А Вадима нет. Вот так вот, блядь. Вот так вот. Кто это? Это я, блядь. Так, задавай вопросы за кадром. Нет, мне надо быть в кадре, блядь. Мне надо быть в кадре, это же мой channel. Как это я не буду за кадром? Как это я буду за кадром? VR? Вот VR, блядь. Хм. Лежит еще, нахуй. Сейчас приедут гости мои. А мы будем на один микрофон писать, да? Угу. Мы будем на один микрофон писать, я понял. Так сделай типа бармен, а не посетители, все будут пиздать. Да нет, блядь, там такая барная стойка, как с говнопуля, нахуй. Это что, барная стойка, блядь? Это что, барная стойка? Где мы, блядь? Как мы? Я вот здесь буду стоять, как Рашпиль, а они будут вот тут сидеть. Ну, типа, и они будут смотреть на меня, а как камеру поставить? Вот здесь одну, а там одну и одну за их спины. Это же, блядь, бредово будет, пиздец. Типа, это вообще отмена. Это вообще отмена будет. Это фул отмена. Блядь, не знаю, напал бы. Ну, я, короче, пузатую хату ездил сегодня, кушал. Это Артура все сладкое, я не знаю, нахуй он его накупил, блядь.
Да я бы пошел в КС, но мы договорились снимать. Мы вообще так час назад договорились, еще, блядь, не снимаем. Так. Вадиной камеры только не хватает, и все. Пойду я в телегу посмотрю, что он там написал. Девочки, 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 сюда. Это... Что? Это сметана, блядь. Нахуй я свет включил? Это сметана. Это сметана. Ты че, Вася? Пау. Пау. Да я просто вареники со сметаной кушал. Я кушал вареники. Ау, сюда, Вася. Что, ты нападаешь на меня? Бау. Мы чисто как в VR. Мы в VR-очках ходим. Мы можем кому-то настрелять, да? Чисто. Бау. 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 Так, я переведу камеру на себя случайно. Чтобы вы там ничего не спалили у меня. Что там? Что там, Яня? Так, у нас всего лишь навсего 2 часа на съемку, я думаю, будет достаточно. Ну что, рабочее место, оно не такое прям пиздец. Что, я тут, что, рекрента смотрю, вот, колдун играл. Тут вы, тут еще Моник, типа, тут камеры, тут я там Мангалородца смотрел. На стриме будет? Нет, конечно, я же просто показываю. Я просто показываю вам, как это все настраивается, типа, немного, чтобы вы хотя бы понимали представление об этом, типа, как все будет сниматься. И потом это не будет сниматься прям фулл ролик на стриме, вы че рофлите. Кому нахуй это надо? Нахуй тогда я ролик сниму, если не будет сниматься. Типа вот так. Что вам еще показать? Пойдемте покажу вам. Так, это мне вещи от HyperX приехали, которые я до сих пор не разложил. Я ленивый. Это мои вещи. Это мои трусы, кстати. Да-да-да, миллионер, блядь. Миллионер. Ну, как бы так. Да, типа, это мои шмотки. Тут-то тоже, это, короче, у нас склад. Тут у нас гринскрин, чтобы снимать все тоже, всякую хуйню, классные ролики. Ну, что тут? Какие-то фигурки, блядь, непонятные. Это со студии еще осталось. А это мой конь, на котором я езжу. Когда машина моя сломана, я сажусь на него вот так и еду. Пиздец, блядь, 25 лет, типу. 25 лет. 25 лет, типу. 25 лет. 25. О, Вадя уже здесь. Плюс адрес. Да какой адрес, блядь? Ничего не видно. Алина, на твоем лице ездит как на коне. Угу, смешно. Забавно. Я вообще-то не думал сегодня стримить, но чисто так, чтобы вам показать все, было бы круто. Я думаю, да? Чисто вам сделать такой little этот experience. Артур, все готово? Так, хорошо. На столе ничего не должно быть, в принципе. Все, блядь. Сука, что это? Не говори. А, понятно. Опа. Так. Так, кенты, я иду открывать дверь. Потому что все открыто. Осуждаю, блядь. Привет. Привет, блядь.
мои гости. Держи. Может пить чай что-то, слышите? Может пить чай. Может пить чай. Пошел ты нахуй. Тихо, у нас тут там женщина убирает. В уборную хочешь? Не хочешь? Пойдем пить чай, еда. Пойдемте, я вам покажу где. Пойдемте. А снег идет. А снег идет. Вот тут. Привет, Наташа, как дела? Привет. Все нормально? Вы готовы сниматься? Да. Вы волнуетесь, нет? Вы же не волнуетесь, правда? Конечно, я волнуюсь, потому что ты уебище нахуй, которое сегодня не дал мне нормально поесть. В смысле? Со своей ебаной пузатой хатой, блядь. Ты пузатую хату? Что вытирать? Синее полотенце для гостей. Я обычно членом у него. Давай заедем в маяк, блядь. Какой маяк, блядь? Нет, я хочу пузатую хату, блядь. Гречка вкусная была, блядь. Еблан, блядь. Проходи в комнату. Да. Куда ты, блядь, идешь, Йосип? Да какая разница, мы еще не начинаем. Бать от мониторов, это пиздец. Смотри, сколько у меня грязюки есть. Наташа, резко, вот. Блядь. А, осуждаю, блядь! Блядь. Осуждаю! Наташа, смотри, сколько грязюки есть. А? Поможешь мне открыть? Нет, что? Нет, по поводу ухавчика я очень раскрутил. Хочешь, я закажу поеду, поеды? Не, поеды, нет. Еды. Не норм, пошли. Что это? Мне вообще нельзя есть. В смысле тебе нельзя есть? Кусь не хочешь, дам тебе одну. Хочешь? Вот. Мусорка, это комната мусорка. Кидай где угодно, похуй. Ты что, сука, злой такой пришел, блядь? Должен был позитивный на ролик, блядь. Ролик. Что было три разных ракурса, три разных ебальника. Я хочу так, чтобы было красиво. Два лица будет. Три лица у вас будет. Ну, ты будешь? У нас будет два лица и общий план. Да. Сука. Но три лица, типа, с моим. Сука, чат чистите, там Йосипы. Наташа. Наташа. А, ты наблюдаешь за мной в прямом эфире? Чат, пожалуйста, там Йосипы. Дайте, я иду энергетик возьму. Хорошо, брат. Чистите чат, пожалуйста, там Йосипы. Как я снимаю ролик? Привет, чат. Я твою жопу только что снимал. Да ничего не снимал. Все, прощайся. Пойдем. Пойдем сейчас выставим свет, и вам дам маленький прескурант, и мы будем закачивать стрим, и будем начинать снимать. Пойдемте сядем. Надо выставить свет и показать ваши лица, чтобы вы понимали, что к чему происходит. Ну да, Артур настраивал. Садитесь. Вы садитесь. Бля, ебать, я толстый. Ты не толстый, уёбище. Знаешь, что толстый, злой? Я? Вот Артур не толстый, блядь. Он ты оверс... толстый, я толстый. Ну, брат, показать? Где ты видишь толстый тут? Блядь, чел. Где ты видишь тут толстый? Может, хуй показать еще? Ой. Ой, я слушаю. Короче, вы смотрите друг на друга. У меня стрима нет, я его выключаю прямо сейчас, я просто вам даю маленький экскурс. Ты все постримишь, блядь. Не, еще, блан, блядь. У меня уже приехал. Сейчас он нарубает, я включаю стрим, и уже не нужен, в принципе. Короче, слушайте, я задал вам вопросы, было, не было. Вы отвечаете, было или не было. Как... Охуеть. Да. У тебя охуенные подписчики пишут, о, Вадя, жиробас. Уёбище, алё. Это Рисаб. Рисаб не избрал. Послушайте, вы отвечаете, было, не было. Я дам тебе, да, я это расскажу. Это же понятно. Если не было, рассказывайте почему. Если было, рассказывайте почему. Хорошо? Если не было, рассказывайте почему. Не, почему ты так думаешь, почему не было? Типа, это просто диалоговый ролик. Ничего страшного тут нету. Понимаете? Смотреть можете на друг друга, можете смотреть центральную камеру еще. Но желательно на друг друга. На меня лучше не смотреть вообще в целом. Но иногда можете посмотреть. Потому что мы... Потому что вы будете, да, разворачиваться, и будет хуево все видно. Вам еще надо... Надо было четвертую камеру сюда поставить. Да, и еще сюда, чтобы, блядь, под юбкой сразу было все у меня видно. Там уже смотри. Крутая кофта. Спасибо, это мне подарили на днях. Да? Да. Это Олег подарил. Она очень тяжелая, кстати. Да. Я тогда ее еле в руках держу. Покажи им кадр, пожалуйста, чтобы мне не было потом... Чтобы они хотя бы понимали, как они выглядят, а то не хочу ролик удалить.
У вас комплекция есть? Мне типа без разницы. Ну вот, все. Вопрос решен. У меня да. Ну покажи ей. Ей нужно показать. Мне нравится, как Артур цвет выставляет. Я лучше, чем у меня, блядь. Нет, я приду, кого свет выставить. Так я тебе говорю, что... Мне даже зарплату не ответил, кстати. Сейчас все настроим, будем с вами прощаться. Мне не хватает времени, я нихуя не успеваю. Сейчас она уедет, и у меня все будет заебись. Ну, в плане, времени станет больше. Показываем видео. А когда ее можно посмотреть? А можно завтра посмотреть? Это что завтра? Видеоролик? Поздно уже. Видеоролик, блядь, Артур. Ты открыл тут стрим? Чат. Злой, да. На левее. Вот так? Да, ты по центру был. Всем привет, дорогие телезрители. Сегодня мне... Тихо, нахуй. Что за сперма у тебя, Алиса? Вот тут? Моя. Я не знаю, кто такой человек. Я не знаю, что это. Я сейчас проверю. Я же тоже еще не настраивал. Бля, я просто надеюсь, что... Что у тебя с цветом волос? А что с ним? Он зеленый какой-то. У тебя половина башки зеленая. Половина, типа... Тут свет не так падает, блядь. Так а что у Вадима синяя у тебя? Блядь, ну что за хуйня, блядь? Не, у тебя зеленая, синяя башка. Зеленая и синяя. Уебище. Не, я не буду вырубать, я буду вырубать стрим, потому что это контент на YouTube. Он не будет стримиться. Кому ты это говоришь? Пацанам! Так а что они говорят? Они пишут, во-первых. Что пишут? Я не вижу же, я же затылок на затылке глаз. Так нахуй ты матетясь, если они даже тебе не пишут. Так они не пишут, я вижу. Ты знаешь, как ты мог легко забайтить? А у тебя охуенная идея, которую ты по-любому спиздишь. Ты мог сделать стрим для сабов и только за платные подписки посмотреть видео раньше всех на стриме. Не-не-не, там, короче, 5 минут можно смотреть без сабки, а потом... 5 минут, пока мы настраиваем, а потом дальше... Нет, там можно обузить и смотреть по 5 минут просто. А, да? Эта хуйня не работает? Да, там хуйня. Просто хуйня ебаная. Да и сапа, ни у кого денег нет, блин, на сапке. Ну тогда не хвалит будет на ютубе. Волнуешься? Да нет. Не волнуйся, просто будь собой и все. Ну типа, это лайтовый ролик, лайтовые вопросы. Кстати, подписчики вам выбирали вопросы. Это новый? Да. Это новый? Да. Ебать, он такой огромный. Дай потрогать его. Нет, не да. Ну дай полазать. Ладно, я сейчас посмотрю. Полазать? Полазать, дай. Где ты хочешь полазать? Ну, вот так чисто погортать. Что сделать? Погортать. Ну, иконки потрогать. Помазать. У него, кстати, половина экрана не работала. А уже да? Почти, уже почти работает. Мне, короче, пленку наклеили, которая, типа... На полосе замерз. В машине происходит. И она, типа, долго приклеивается, короче. Ну, ей нужно время, чтобы полностью приклеиться. Не-не-не, это пидор какой-то, блядь. Не, просто клея пожалели. Не-не-не, она охуенная. Ну, она, типа, как он, синим светом светили таким? По ней. Да, и теплом, короче, хуяли. И сказали, я их торопил, я сказал, типа, нет, все. Нет, просто рукашок поклеили, она сразу должна. Я тебе говорю, серьезно, я клеил такие пленки. Да? Я даже смотрел, и на эти написано, что... Блядь, надо... Тебе все равно надо, сука, протирать эту камеру ебаную, покидай, блядь, на этих айфонах. Покидай. Я протер, он начал лагать. А нет. Нет, камера хуйня. Видео обращение к Вадиму в будущую. Посмотри это видеоролик через год и вспомни, как ты покупал этот айфон. И больше никогда не покупай где? Не буду говорить, где. В этом уебищном магазине. Два часа ожидания, где часа надо ожидания было ставить машину. Запомни это видео, будласка. Пиздец. Не, магазин хороший. Место нахождения магазина плохое. А сам магазин охуенный. Так, все, мы готовы? Нет. Мы не готовы до сих пор, сука. У меня донат есть? Короче, чат. Что, донаты? Нет. Короче, мы сейчас будем записывать видеоматериал. Ты, я могу встать, да? Я же могу выйти. И записать можно ролик без меня просто. Можно? Этот ролик станет чуточку лучше. Короче, мы сейчас будем записывать видеоролик, я иду дам рейд на славу. Ребят, спасибо, кто посмотрел, блядь. Вам целых 24 минуты контента. Я просто хотел, чтобы вы увидели, как это все происходит, хотя бы немножко. Сейчас будет грязюка. Что? Повезло, ребятам. 23 минуты контента навалил. Да, блядь. Я сделал обзор на шарики. Сегодня вечером, возможно, будет стрим. Приходите вечером, будет грязюка. Будет вечером грязюка сегодня, вечером, понимаете? Приходите, возможно, сегодня на стрим, вечером будет грязюка. Все, чат. Люблю вас, целую. Не забывайте, блядь. Ставьте фоловы, там, подписки, вся хуйню, блядь. Все, пацаны, мы идем записывать вам контент. Увидимся. Увидите ролик.
Короче, ждите. Давайте.